Мы сейчас посмотрим, кто победит, я или четыре гражданочки. Мы титаны Грефа. Ксюха мне сказала сейчас посмотреть. Желудок примет, попа раскидает. Сэм охлопенья. Ненормальные это, смотри, как они накинулись. Чем больше я поем, тем больше я посплю. Больше я посплю, тем стану я сильнее. Приветствуем всех геймеров! Вы смотрите Punchbox, формат Pop MMA, где в качестве ринга бойцы используют телефонную будку. Шоу-матч выпуска. Константин Иванов, депутат Мосгордумы. В телефонной будке у него счет 2-0. Но у его оппонента тоже счет 2-0 в этой телефонной будке. Его моложе на 10 лет. Сайхан Дукаев. Тяжело смотреть обязательно. Тема этого сезона – 8-битные игры. Вот небольшой тизер двух орехов. Крепких орехов в этой телефонной будке. Как они мутузят друг друга. Напряглись все. Рефери, зрители. Ё-моё. Ух ты. Ну, в общем, по ссылке ниже. Добро пожаловать, приходите, пожалуйста. Есть что посмотреть, как вы видите. Там бывают такие бои, что хоть стой, хоть падай, хоть там выноси всех святых. Да. Смотрите эксклюзивно на Рутюб. И вот против этого мне предстоит сейчас зарубаться. Ребята, мы снова в оверсайз пицце. Вам зашел формат, как я против тяночек японских зарубаюсь в поедании еды. Сегодня мне будут противостоять три. То есть, даже, слушай, я не знаю, а как можно их сравнить? Японо-руссо по аппетиту? У русских, мне кажется, чуть получше с аппетитом. Да, судя по попам, а вот дам большие попы. Настюш, сколько ты весишь? 56-67. А ты? 64. Оля, ты 64? Ты же не выкладывала 65. 65-500. С учетом того, что они приврали еще килограмма на 2-3 по-любому. Не, они наоборот кайфуют от того, что много да? весит, да. 66-67. Неплохо. В принципе, это 130 килограмм против 145-149. Два желудка против одного желудка. А если в чем суть? Бонусная рысь. А, кто больше съест? А здесь суть заведения в том, что ты заказываешь большую пиццу, и если ты ее съедаешь, ты ее ешь бесплатно. Если не съедаешь, то это... Ой, мы тогда считали, что почти 5000 килокалорий. Под 4, что ли, такое. Неплохо для одной да. пиццы. А знаешь, что самое приятное? А? Нас здесь помнят и любят. Спасибо. Как думаешь, готовы маленькие жрунишки? Против Кирилла. Против Кирилла? У вас, да, точнее. А у нас? Девочками, да. Есть? Любишь кушать? Мы просто голодные. Партнеры этого выпуска – компания FunBet. Большая линия, самые интересные коэффициенты и суперудобное мобильное приложение. Сделай просмотр любимой команды ярче с FunBet. Регистрируйся в FunBet с промокодом SARAGEV и получи сочный фрибет 2000 рублей в приложении. А я угрожаю, я это, как Мухаммед Али, как Арнольд Шварценеггер, я подавляю. Я реально не ел углеводов со вчерашнего утра. Ну, вчерашнего, сегодня. Короче, 5 часов утра я поел углей, и все, и потом просто два приема легких, прям белковых, а время уже на минуточку, ну, 5. То есть это я уже больше, ну, короче, 12 часов без углей. С учетом того, что мы сейчас еще на руках поборолись, Кирилл Евгеньевич, представь. То есть это твое преимущество получается, да? Ну, конечно, вообще, в принципе, я человек преимущества против этих хрупких, 170-килограммовых дам. Слушай, они реально, они такие плотненькие, такие мясистые. У вас какое преимущество? Нет, голодные. Мы ели вчера булки синнабон большие, пеканы. Разминка получается была? Да. Настенька. Полина. Знакомые. Какие ваши преимущества? Я считаю, что самое главное наше преимущество – это навык, опыт, техника. Мы пусть не всегда берем количество, но умеем есть много. Вы связались с зверски голодным, волосатым, 150-килограммовым мужиком. Весим больше, чем Кирилл, поэтому мы должны выиграть. Должно поместиться. Ограничен по времени. 20 минут. Знаешь, сколько я уже не ел говнеца? Я очень долго, скажи, я прям вот, я ж очень чисто себя пытаюсь. Сейчас максимально строго, вообще прям супер строго. Он даже не ест протеиновые батончики, понимаете? Протеиновые батончики не ест. Я даже стейки не ем. Ем только тогда, когда нечего есть. То есть вот мы вчера были, я заказывал себе мясо, сейчас я перестал даже мясо есть. А почему? Я хочу дать отдохнуть организму от мочевины, от мочевой кислоты. А я ем курочку, морепродукты и рыбу. Козырь в рукаве у девочек. Новый компаньон. Что-то надо говорить. Представиться просто. Как зовут? Меня зовут Вика. Я отличница. В чем ты? Отличница? По жизни. Да, я математик. 5 плюс 5? 10. Да, круто.
Молодец. Математик, да? Математик. Она готова, реально? Да, серьезно. Ты родом из Нижнего? Нижегородская область. Ну, грубо говоря, Нижний. Да. Саратовская область, Саратов. Бердск. Бердск, Питер. Ты общался с девушкой, отличница, еще и математик. Это редкость большая. Слышишь, каким ты себя будешь тупым чувствовать? Анна Визуал, это, конечно. Да? А вот так вот ты будешь типичный муж. Захочешь где-нибудь там. Не, с кошелька там что-нибудь. Она все читает, она все знает. Еще и бухгалтер. А сколько она весит? Она весит 900 килограмм. Да, да, здесь мы сколько? Там 4300. А, даже так. 4300 килокалорий у каждой. Как ты кушаешь? Много? Ну так, в среднем. Скажи честно, вот здесь мы все свои. Я говорю, как есть, я много. Ну я могу съесть, если нужно, я могу съесть много. У вас соревнования. Вы против меня. Вчетвером. Мы тебя выиграем. Я бы не был так уверен. У нас 20 минут. Это первый момент. Второй момент. 67, 65, 500, 61. Мы вес обсуждаем. 62 где-то. Смотрите, здесь одна сторона, это пицца, 4 сыра. Ой, ага. Я говорю, что последний секунд. А вот здесь ветчиночка, блядь, смотри, видишь? Слушай, это 4 сыра, это 4 вот, 4 вида сыра. Здесь также 4 вида сыра, плюс чуть-чуть халапенюшки и фрикадельки. Халапенюш жрется дважды. Знаешь? Когда входит и выходит. Стюха мне сказала сейчас, посмотрите, желудок примет, примет, попа раскидает. Писай по халапенью! Да, Стюха может так писать, да. Сори. Готов. Как есть, говорю. Желудок примет, попа раскидает. Это цитатка? Мне кажется, она будет первая в закрепленных, точнее, в комментариях по рейтингу. А вы как думаете, он или 4 девочки, кто выиграет? Я думаю, что девочки. Почему? Это женская солидарность. А, мы не режем пиццу. На пицца-таймер вы полностью режете ее сами. А, то есть, как только вы прикасаетесь к пицце рукой, либо ножом, засекается таймер. Две пиццы им, две пиццы мне. Одну на стол положили, потом одну вынесут. Мы сейчас посмотрим, кто победит, я или 4 гражданочки. У меня был знакомый, который, да, покупал пиццу, он сказал, что он съел весь кусок из жадности, потом его тошнило, так что не советую так есть. Продукт переводит. Ну, съел пиццу и тошнило. Итак, раз, два, три. Ой, нормальные это. Смотри, как они накинулись. Питачино! А что со мной не было? Она просто ненормальная. Она очень вкусная. Слушайте, взорванная пицца. Согласна. Ладно, все, едим. А вы свободной рукой режьте пиццу на будущее. Самая вкусная пицца, которую я ела. Серьезно? Странно, да, то, что на время здесь ее еще вкусную делают? Ну, дело вкусов. В прошлый раз какая-то черная была, она мне не зашла, она слишком соленовата, она подпила. Вот это было просто вау. Прям муа. Разведены мосты. Все спят. Неужто это ты? Сделаю из нее пилоточку. Посмотри, как аккуратно ем я. Посмотри вот сюда, вот на эту руку. Саратов и Нижний чисто вообще, блядь, разматывает. Вкусно? Хлопенье в тему. Наедаешься хоть? Еще голодный. Ты еще полторы съел. Да из всего получается 4200. Так ты, получается, сейчас больше девочек почти съел, ну или столько же? Столько. Вы наравне. Вам не стыдно? Вас четверо. Нечего садиться, у меня больше девочек. Знаешь, чего не хватает? Колы. Чем больше я поем, тем больше я посплю. Больше я посплю, тем стану я сильнее. Чем стану я сильнее, тем всех побью. Кто наелся? Я. Ну ты ни о чем съела. Чисто одну четверть пиццы съела, а тут ни о чем. Настя, весь твой счет был на тебя. Да. Побежи, давай. Весь счет был на тебя. Ты платишь. Занимаешься спортом? Нет. Почему? Зачем? Я просто красивая. Ты очень-очень скромная. Можешь тренироваться просто, я кайфую от этого. А что за спорт? Понял спортом. Тренажерный зал. Я тренер. Тренирую. Занималась акробатикой, пилоном. Я, походу, просто ем. Ты с этого куска знаешь? Да. Нормально у меня соперник. Давай, Настюха, я за тебя. Настюха, я охренею, если ты реально за 9 минут даешь пиццу, и тебя повесят фотографию здесь. Ты наелась уже, да? Пицца это вредно, нет? Да. Ну как? Не.
Все в этом мире есть яд и лекарство. Вопрос количества. Типа это третий кусок, и мне пока нормально. Пятый? Пятый? Да. Ну, я наелась после первого куска. Угу. Просто дело клиническое. Первые 20 кусков были нормальные. Рецепторы это по-другому работают сейчас, да? Угу. Ешь, не жирей себя. О, а сколько слов-то было? Мы тебя порвем, да, вот это. Бросил в пот, значит, там мне сейчас пошло. Девочки, вы все уже сдались? Нет, что? Вы все, да? Что такое? Как по насыщению? Уже норм. А ты ролики такие специально придумываешь, чтобы покушать? Реально классно совместить приятное с контентом. Как я переначал? Приятное с полезным, приятное с контентом. Ты сдаешься, все. Ты? Тоже все? Все, уже ручки вытянем. Вытимать? Ну что, слабачки, все. Минус пицца. Все, снаелся. Нам нужно, чтобы вы нас рассудили. Эти четыре слабачки сдались. Так. Я съел одну пиццу только что, там, буквально 30 секунд назад. Так. Вот то, что они здесь вот набросали, вот это вот, это по площади будет целая пицца? Это по площади будет. То есть мы сейчас съели, я съел столько же, сколько четыре девочки, то есть ничья. Да, все верно. Ну что, я считаю, что я выиграл. Девочки на общий вес 255 против 150. Съели поровну. Ребят, короче, напишите в комментарии, кто выиграл. Как думаешь, почему так получилось, что ты выиграл? Я сегодня боролся. Я сейчас заедаю. У меня было... Мы когда у Евгеньевича в зале были, а когда после разминки Андрюха мне подходит, как себя чувствуешь? А ты мне подходишь. А, Катя говорит, как себя чувствуешь? Типа лицо красное, глаза стеклянные. Я руки поднимаю, у меня белое, они вот так. Ну, то есть сахарочек-то подупал. Я просто восполнил сахар. Я восполнил сахар, а девочки объелись. Если я захочу еще поесть, я еще столько же, раза по три съем, по четыре, может. В общем, вот такой формат, ребят. Сейчас Влад будет медленно проводить камерой мимо девушек, и будут появляться их странички в запрещенной социальной сети. Подписывайтесь, очень милые все, красивые, прекрасные. У нас здесь математик, конь-заводчик, женщина-кошка и женщина-елка. Женщина-елка, да, питачино! Да. Да, это обязательно. Не туда снимаешь просто, да?